Итак, всем привет, с вами Супер. Давно не было видосов. Были очень много различных посылок, но я их не снимал, потому что... Ну, записывал, но они как-то криво получались, вот. И я их просто не добавлял на свой канал. Вот. А вот эти, наверное, посылочки я вам сниму. Вот. 4 посылки. А так, и до этого, можно посчитать, где-то 10-20 посылок было. Мне было лень снимать. Вот. И их там вырезать, всякое дела. Вообще... как-то обленился снимать видео. Давайте с самой большой тоненькой посылки начнем. Как-то криво я распаковываю. Или так упаковывают, как-то странно. Такой большой пакет, не знаю, где резать просто. Вот какая-то маленькая штука. Давайте разрежу вам, покажу, что здесь ничего нету больше. Вот. Не знаю, зачем они такой большой пакет наложили. И вот такую маленькую хрень. Я не знаю, что тут может быть. Так что надо, наверное, не торопясь, разрезать. Я уже не помню, что я заказывал примерно. Но на вид выглядит как-то очень странно. Очень странно. Похоже на какую-то спиральку. Только настолько маленькую, я не знаю. Что я прям такую маленькую не заказывал. Либо она намотана очень хорошо. Запакована, вижу, очень отлично. Только она, наверное, не 500 метров. В длину, я не знаю. Вот она. Очень... Вот, значит, спиралька пришла. Только, мне кажется, она не 5 метров, но я не знаю. Сейчас посмотрим. Ну нет, кстати, возможно и 5 метров. Я не уверен, конечно. Наверное, просто в ширину она очень большая. Ну, я впервые вижу такую маленькую упаковку для спиральки. Вот, до этого я заказывал одну спиральку, только она не подходила для моего вейпа, потому что была сделана из какого-то плохого материала. То есть... Она была титанием, но на миллиметр больше. Ну, проверю, если будет работать, значит, все хорошо. Если не будет, то спор открою и верну деньги. Но я не уверен, что здесь 5 метров. Ну, посмотрите. Возможно-то возможно, но, мне кажется, нет. Ну, короче, посмотрим. Маленькая, очень маленькая штучка. А упаковка, как видите, очень здоровая и разорванная. Ладно, приступим к... самый маленький, зато толстый посылки. То есть я не понимаю, почему они вот такую маленькую посылку, вот такой большой пакет не делают. Вот. И могли бы вот такую маленькую хрень вот сюда запихнуть. Непонятно. Надеюсь, не поврежду посылку. Вот. Но они в районе $1, то есть это не самые дорогие посылки. Вот. Опа. Вот это, по-моему, стоило 80 центов, что ли, примерно как-то так. Это, значит, задняя фара вот такая для велосипеда. Да, вот она легко откручивается. Это пустая штучка, значит, на велосипед как-нибудь вот так установлю, либо верхом. Вот, значит, здесь наклейка Алиэкспресса. Я ее, наверное, уберу. Ну, качество меня устраивает. Она что-то там пустая какая-то, но, в принципе, сойдет. Наклейку зачем они наклеивали сюда, я не знаю. Почти идеально, только здесь небольшие следы. Легко убираются. Вот, ну просто отражатель, светоотражатель для машинных фар. То есть сзади здесь кто-то подъедет. Вот. Еще здесь вот такой защитка стоит. Вот такая защитка. Ну, короче, проверю, посмотрю. И вам покажу. Вот такие маленькие посылочки. Теперь вот такую желтую. Не знаю, что там может быть. Опа! Это я заказывал, да. Это крутая вещь. Вот. Это, вы не поверите, мини-измельчитель. То есть, можно сказать, очень прикольная хрень тоже. То есть, смотрите. Так, больше ничего нету, да? Подарков что-то в последнее время вообще не ложат. Вот. Это, то есть, смотрите, можно по миллиметрам
к примеру, вот этой ширина там всякое такое, смотрите. Я вам скажу, здесь ширина какая. 4 сантиметра примерно, 4,5. Вот. Надеюсь, вам видно все. Вот. Здесь какая-то штучка еще стоит. Не знаю, для чего. То есть можно измерить там 2 сантиметра, к примеру. Да? Это 2 сантиметра или что? Я не понимаю. В миллиметрах написано. В миллиметрах значит 2 сантиметра. Вот. К примеру, можно вообще ее вытащить. Вот. Или 8 сантиметров выбрать, к примеру. Вот, значит, 8 сантиметров. И самая минималка. Очень прикольная штука. Вот. Теперь следующая посылка. Самая большая, толстая, уплотненная. Давайте сразу скажу. Цена, значит, доллар написано. Смотрим, что тут за один целый доллар. А, это птичка. Да. У меня такая птичка была. Я ее давно заказывал. Мне она настолько понравилась, что я вторую такую заказал. Только новую. Сейчас я вам покажу свою старую. Вот. Вот как раз моя старая птичка. Они чуть-чуть по цветам различаются. Это более розовая. Комплектация, в принципе, одинаковая. Только сюда я запихнула еще таблетки и ножницы. Ну, то есть, вы сами понимаете, мне настолько понравилась эта аптечка, что я заказала ее еще раз. Потому что, ну, цена меня вообще устраивала. Смотрим. Здесь щипцы. Прям такие же почти. Только какие-то синие, то есть. Щипки там, что-то там. Доставать, я не знаю, ватку держать. Значит, скотч. То есть скотч. Бумажный, можно сказать. Бандажка такая маленькая. Вот. ПТБ бандажи. 5 сантиметров на 4,5 метра. То есть ширину она 5 сантиметров, длину она почти 5 метров. Дальше. Два, можно сказать, универсальных ватных палочек, потому что внутри у них содержится йод. Вот эту штучку вы снимаете, и йод потекает вот в эту ватку, и можно, к примеру, рану вылечить. Ножницы, чтобы резать, к примеру, бандажку там, вырезать бумажный. Скотч специальный для царапин всякого такого. Ну, в принципе, они не нужны для скотча, потому что можно и руками вырезать. 10 ватных палочек обыкновенных. То есть здесь специальные, а вот эти просто. Значит, алкоголь ПЭТ, то есть алкогольные салфетки. Вот. 70%. Вот. Мне понравилось в этой то же самое, прям вот такая же комплектация тут, только в новой вот этой версии есть значит, вот такая штучка. То есть по виду, но локады. То есть это препарат. Тоже антисептик, можно сказать. Вот, тоже салфетки прям такие же. Только, не знаю, более лучше, чем вот это. То есть это если с алкоголя сделано, вот это более медицинское, то есть, можно так сказать. Так, прям такая же штука есть и в этой посылке. Не посылке, ну, можно сказать, тоже посылке. Медицинском, я не знаю, первой помощи. Fish Eye Kit. Вот прям такая же штука. То есть большой лейкопластырь для больших порезов. Вот. 6x7 сантиметров. И тут получается 6. Ну, маленькие такие ран бывают. Тоже лейкопластыри, только поменьше. Вот такой был обзор. Давайте я покажу свою аптечку, которую я понапихал всякой хрени, можно сказать. То есть сравним вот эту аптечку с моей. Вот. Здесь пусть стоит. В моей аптечке, значит, прям такой же скотч, то есть я вам покажу. Только это новый. Здесь он более использованный, как видите. Здесь толщина побольше, вот это потоньше, потому что я его использовал. Бандажка. Давайте посмотрим, как она изменилась. Ну, здесь было много чего написано. Здесь и срок годности, и ничего не написано. Да. То есть я откуда знаю, может быть, она уже просрочена. Разницы нету. Вот, до 2021, то есть, ну, я, наверное, буду использовать. Размеры, диаметры все одинаковые, то есть совпадает. Только, мне кажется, вот этот более, смотрите, упругий, более... То есть его можно еще как использовать как кнут, а вот это нельзя, потому что она не просто бандажка, то есть мягкая. Ну, я не знаю. Это как будто бы из хлопка сделано, а это из какого-то твердого материала.
То есть, ну да. Они различаются очень жестко. То есть это из какой-то. А, это эластическая бандана, а вот это не эластика. Что-то там БТП. В интернете поищите, потому что я не знаю. Так, дальше. Ну, такие же щепки почти. А, нет, кстати, не такие же. То есть они какие-то более синие. Вот. У этого есть какой-то край, есть тут вообще края нету. Более какие-то детские. Значит, пакет. В пакете, значит, таблетки. Здесь у меня анальгин и пенициллин. Не пенициллин, а... я не знаю, короче, антибиотики, можно сказать. От головы там. Ну, такие легкие. Еще, как видите, в этой аптечке хотя бы пакетики есть, а вот этой нету. Но они не обязательно нужны, то есть вряд ли эта штучка поможет для антибактерий, чтобы микробов не было. В любом случае, везде микробы есть. Так, лейкопластеров только тут две штуки, потому что я их использую. А вот здесь, как видите, куча. То есть в этой где-то было, по-моему, если не ошибаюсь, так же. Прям так же. Вот. Два, и вот так было запаковано. Прям так же. Но я их использую. Четыре, значит, бандажки. А, нет, еще есть одна. То есть я ошибся. Три использовал. Просто не заметил. Так, значит, одна йодированная штучка, потому что одна была использована, получается, тоже, да? Да, прям так же. В этом комплекте есть маска, то есть медицинская маска, чтобы там, если ты кашляешь и так далее. Прям такая же штука, то есть алкоголь ПЭТ, прям такой же, как видите. Только это, по-моему, более новый, это более старый. Но в этой и плюс, что есть, ну, блин, против микробов, короче. Вытирать от раны, там всякое такое, вот. Антисептик, да, вот, антисептик. Что-то затупливаю. Вот, еще тут разница в том, что почти одинаковые, кстати, да, почти одинаковые. Сколько там диаметр? Также 6 на 7, тут 6 на 7. То есть одинаковые только, это, наверное, более новое, да, 2016 года. А это где-то 2015, наверное, вот здесь написано, да, 2021. Вот этот, я не знаю, до какого, а, до 2019. То есть вот эти более прогадали, что на будущее, то есть, а вот это до 2019, хоть это нового, то есть 2016, вот это 2016, а, кстати, нет, 2016 тоже. То есть почти новые аптечки, только вот это более зашито было, вот, а вот это сейчас посмотрим. Вот это уже заранее было зашито, то есть здесь я еще подшивал, чтобы она не шаталась. То есть от разных продавцов, это я у другого продавца покупал, разные, значит, комплектации чуть-чуть и разные наборы. То есть у одного там есть, к примеру, маска, вот эта, а у этого, к примеру, побольше антисептиков. То есть маска тут не обязательно для первой помощи, это если ты там кашляешь и так далее. Ладно, вот такой был субъективный обзор начинающего ютубера, можно сказать. Как и начинающий, уже 2 года снимаю. Но я редко снимал, то есть камеры нормальной не было и так далее. Проблем было очень много. Ладно, с вами было супер. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Всем удачи, всем пока-пока. Вот. Спасибо за просмотр.